Северский район присоединился к всероссийскому флешмобу «Голубь мира», посвященному памяти участников Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовали воспитанники детской студии спортивного танца «Диана», работники районной и поселенческой администрации. На площадь Северского дома культуры участники флешмоба пришли с вырезанными из бумаги голубями – символом мира. В завершении мероприятия фигурки птиц поднялись в небо.